Ну вот, вышли из маршрутки на Минке около Акос, рынок. Где-то тут есть, хочу пройти проверить, магазинчик открылся, называется Чижик-Пыжик. Цены здесь как в Магните и Пятерочке, когда у них скидки. Где-то тут вот налево, там стрелка наверху. Надо пройти, посмотреть. Как-то я сюда ездил, я знакомый покупал телевизор, просила. Говорит, купи телевизор хороший. Там наверху где-то, я уже забыл. Телевизоры, ну, продавали со скидками, с гарантией, ну, короче, со всеми делами. До сих пор телевизор у нее работает. Брал и Samsung. Такую большую диагональ привозил. Вот. Значит, я сюда иду. Продукты по улетным ценам. Надо зайти поглядеть. А, ну вот он, Чижик, да. Чижик-Пыжик. Что-то вспомнил, а почему Чижик-Пыжик? В Петербурге было такое до революции, типа гимназии либо университет, и всех абитуриентов называли Чижик-Пыжик. Ну да, и тем более это на Фонтанке было когда-то совсем давным-давно. Ну вот он, магазинчик, сейчас зайдем и посмотрим. В принципе, на девятке доехать удобно. Рядышком все включаю. Ну вот, зашел я в магазин Чижик. Пряники по 39. Цены такие, как в Магните. Пятерочки, когда есть. Конфеты Ласки 50 грамм. 10 рублей. Батончик Ротфронт. Мишки салат, мишки на максимум. 139 рублей. Цены такие интересные. Цикорий 79. Щедрый год, я такой первый раз видел. Арахис соленый, пиво 59. Денис Анатольевич, как раз это магазин для тебя. Приедешь на своей ласточке и накупишь. Я скажу, пока поснимаю. Яблочки Гренни Смит 79, груши конференции 129, бананчики 69, апельсины и лимоны по 99, капуста 14. Можешь взять белочек отсюда. Так вот закину, принести картошку 19, сыр к ней по 29, не по 22 рубля. В принципе, интересно будет на машине добраться сюда быстро и удобно. Так, а сыр интересно пачка. Сыр слетаю. Колбаска интересная, малаховская свиная, 259 рублей.
нас пятерочки, перекрестки, они где-то 189 рублей. А тут без скидок. Сардель свиные верные. 179 рублей. Свет, вот специально для тебя снимаю товар и озвучиваю. В Москву ехать не надо, все здесь есть. Так, походим, поснимаем. Кошачью еду. Вискас. Надо барсик что-нибудь купить. А то боюсь, кот меня ночью сожрет. Голодом морю его. Так, ладно. Порошочек. Короче, сюда надо на машине приезжать. Пивасик, подстилки какие-то. Что такое коврик? Да, интересный магазинчик. Шапка лапка. Гарик, 99 рублей. Такие жесткие, чувствуется, наверное, теплые. Да. 80%, 15 лайков, 99 рублей. Да, интересно, такие плотные, короче, не замерзли. Сейчас актуально. Что-то интересное есть. Носки. Носки перспективные. Такие носочки я видел в этом фикс-прайсе. Носки Тайгарик. Шапочка, колпак. Чего-нибудь еще здесь? Пройдемте.
фарш, томатный помидор. Такая 119 баночка большая. Ну да, магазин небольшой, разложено все со вкусом, работает все, конечно, говорят, второй месяц. Золотая единичка литровая, 109 рублей. Крупы. Котлеты ближней горки 120 мм. Лопатка. Специй полно. Ладно, сейчас что-нибудь яйца пошлем. Корзину и набирать тоже товар. Сметанка 20%, 79 рублей. Масло 82,5. Светаева 119 рублей. 180 грамм. Короче, пошел за корзинкой, буду набирать. Все, на этом пойдем закупаться. Вот, смотрите, масло Филиппа, экстра вирджин, половина 45 рублей. Проверил программой на телефоне. И программа видит, что это натуральное итальянское оливковое масло. 345 рублей за пол-литра. На днях я как-то в магазине проверял тоже масло оливковое. И программа не показала. То есть не видит, что это за масло, чье производство и тому подобное. Ладно, пойдем дальше.
Так, цену у нас на... Смотрите, цены. Карики, дрожжи, корица, лист, лаврушка, перец. Черный молотый 29 рублей. Нормально, я брал. Чеснок, итальянские травки. Ладно, набрал полный клетку. Надо пробивать и некогда. Спасибо. Всем пока. Машется. Золотая семечка света для тебя 109 рублей.